весна в Якутию приходит поздно. Но, как и везде, приносит она свои особенные хлопоты. Пора отёла в стаде – самое сложное для оленеводов. В стаде Егора Григорьевича Слепцова нынешний отёл прошел благополучно. К 1200 взрослым оленям прибавилось 600 малышей. Совхоз «Искра» Момского района. Хозяйство многоотраслевое. Тут и коневодство, звероводство, но главное – оленеводство. И работают здесь опытные оленеводы, как, например, кавалер ордена «Знак почета» Егор Григорьевич Слепцов. 40 лет кочует он с оленями по тайге. А места эти для развития оленеводческого хозяйства весьма сложные. Здесь не растет излюбленный оленей корм – мох-ягель. Приходится часто менять пастбище. И как только окрепнут оленята, стадо откочует на высокогорье. И здесь.